Всем привет! С вами Inform TV. Марина Девятова сейчас находится на пике популярности. Знаменитая российская певица привлекает к себе внимание яркими сценическими образами и эффектным видом на сцене. Но ее поклонникам всегда было интересно, как же девушка выглядит в реальной жизни. Не всегда же она наносит тонны макияжа. Оказалось, в быту ее не отличить от миллиона женщин ее возраста. Марина начала петь еще в детстве. Ее постоянно выбирали для выступлений на школьной сцене. Неудивительно, что в юности она задумалась о музыкальной карьере. Девушка начала писать песни и пыталась завести связи в шоу-бизнесе. Она выбрала для себя очень необычный сценический образ. Ее русские народные наряды никого не оставляют равнодушными. Многие говорят, что она очень похожа из-за этого на Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину. В общем, это достойная смена уже пожилым исполнительницам. В обычной жизни Девятова вообще не носит макияж и ходит в обычных нарядах. Сейчас она пытается сбросить лишний вес и придерживается здорового образа жизни. В отличие от многих других звезд отечественного шоу-бизнеса, у Марины спокойная, тихая личная жизнь без скандалов. Она уже много лет замужем и воспитывает доченьку Ульяну. А вы знаете такую талантливую певицу? Пишите в комментариях. Если вам она нравится, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!